Всем привет, с вами Катя Американо. Аномальная жара пришла в Волжске в преддверии Дня молодежи. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 40, а ветер затихнет. Жара не спадет на выходных. В субботу синоптики обещают до плюс 40, небо будет затянуто тучами, но осадков ждать не стоит. В воскресенье плюс 38, без осадков и слабый ветер. Ну а если вы ищете сотрудников в свой штат, то обязательно разместите объявление о вакансии на сайте «Блокнот Волжский» в разделе «Работа», и его увидят тысячи горожан. Обо всех условиях размещения вы можете узнать напрямую у наших менеджеров. Отметим, что на время праздников у нас действует запрет на продажу спиртного. Но согласитесь, кому нужен алкоголь в такой светлый праздник? «Блокнот Волжский» поздравляет всех читателей с предстоящим праздником и желает хороших выходных. Увидимся!